Курс называется тета-функции и решетки. И связь между двумя частями этого заголовка, может быть, и не совсем очевидна. Тета-функции – это просто замечательные функции, которые встречаются в разных разделах комплексного анализа, уравнений математической физики, дифференциальных уравнений и других наук. Решетки – это геометрическая теория, которая возникла в кристаллографии и связана с еще одной отчасти прикладной наукой, которая в название не вошла, а состоит в плотной упаковке шаров. В таком виде это проблема плотной упаковки восходит к XVII веку, когда она имела некоторые приложения, например, такие экзотические, как лучшие способы упаковать пушечные ядра, чтобы их как можно больше уместилось на корабле. Упаковка, наиболее плотные упаковки шаров имеют очевидную связь с решетками, которая заключается в том, что рассматриваются только плотные упаковки, такие, что центры шаров образуют решетки. И здесь на последней международной конференции Филдсовская премия была присуждена Марине Вязовской за решение давно стоящей проблемы о наиболее плотных упаковках шаров в восьмимерном и 24-мерном пространстве. Одна из целей курса – разобрать замечательное доказательство Марины Вязовской, в котором существенно используются весьма тонкие свойства тета-функций.